Канун 8 марта. В магазинах столицы не совсем обычное оживление. Кажется, что мужчин стало больше. Этот праздник хочется отметить особенным подарком. Что же выбрать? Как угадать, что понравится больше всего? Хороших вещей так много. Может быть, взять такие же? Нет, что-то не то. Очень трудно выбирать заочно. Какая ей будет больше к лицу? Темная или светлая? И не с ним посоветоваться. Заверните обе. Нелегко и тогда, когда консультантов слишком много. Ведь у каждого свой вкус. Но в конце концов, все возвращаются с покупками. И он доволен. Что бы сегодня ни купили, все доставит радость. Ведь недорог подарок, дорога любовь.